Как команда встретила Игоря Денисова, и как он вообще себя ведет в коллективе, с кем общается? Нормально. Я думаю, много здесь ребят, и мы уже знаем давно. Без проблем. А Денисов, все знают, что он как футболист, очень хороший футболист. И я думаю, что он может нас помогать на много. Матчи сборной смотрели, с каким настроением? Может, смотрю, конечно. Болеем, нет, без проблем. Я думаю, это и сборная. У нас сейчас есть очень хороший вратарь в России, особенно Премьер-лиге. У нас, я знаю, я думаю, все вратари знают, что у нас конкуренция сейчас большая. И я жду еще шанса, что вызовем сборную. Спартак сейчас лидер, он фаворит предстоящего матча? Конечно, так тоже думаю. Они сейчас живут очень хороший момент. Они дома играют, стадион полный, болельщики для них. Но мы прекрасно знаем, что эта игра для нас очень важна, потому что если мы хотим играть за первое, четвертое, третье место, мы должны выиграть. И мы так должны, все, как все команды, должны так думать, что эта игра будет как финал для нас.